Все мое почтение, друзья. И вот сегодня, 19 марта 2022 года, с утра стало известно, что Европейский Союз планирует разработать законопроект, который позволит все конфискованные ресурсы, и материальные, и финансовые, российских компаний и самой России пустить в дальнейшем на, так сказать, восстановление Украины. Вот вы лично одобряете то, чтобы большую, а может быть и всю, так сказать, материальную базу Российской Федерации в Европейском Союзе и счета чиновников России пустить на восстановление Украины в дальнейшем? Я лично полностью за. Считаю, что надо на корню все конфисковать и пустить в дальнейшем на помощь Украине. А вы это считаете? Напишите в комментариях ваше мнение.